Итак, друзья мои, приступаем. Включаем весы. Сразу ставлю. Здесь у меня пол-литра молока. Масло 2 столовые ложки. Сахарного песка 2 столовые ложки с горкой. Так, чайная ложка соли. Дрожжей целая пачка. Почему в эту чашу делаю? Потому что, друзья мои, я буду замешивать на миксере, на планетарном. Но и руками я такое тесто делала. Оно подходит не только к лепешкам. Ну, так, ко многому подходит. Мне теперь надо обнулить. И мне надо муки 600 грамм. Пока 600 грамм. Вы знаете, что муку я всегда просеиваю. Заранее. Так, 600 грамм, 539. Если будет жидко, можно немножечко будет добавить. Ну, думаю, что нет. Так, сейчас буду замешивать. Так, а я пока лук режу, режу его помельче. Пока тесто подходит, лук, и сейчас еще, ой, как-то крупно разъезжается, и сейчас еще потру сыр. Так вот помельче порежу, порежу. Взяла я 2 крупные луковицы. Лук мы любим. Лук горьким не будет в выпечке, конечно же. Вот еще есть одна. Так, теперь натру сыр. Вот на такой терке. Вот у меня тут кусочек, наверное, 200 грамм. Можно сделать и луково-сырные лепешки, и просто луковые. Друзья, я очень не люблю тереть сыр. О, желтенький, красивый. Так, ну что, тесто уже подошло. Начинку пока я уберу в сторону, чтобы она нам тут не мешалась. Так, смажу руки маслом. Вон у нас, видите, как оно подошло хорошо. На стол тоже немножечко масла, чуть-чуть совсем. Бутылка с маслом у меня стоит на столе, но, друзья мои, после магазина я протираю бутылки, упаковки, потому что кто его знает, что там на них может быть. Так, наше тесто. Тесто у меня 2 порции, поэтому я думаю, мне его надо, друзья мои, мне его надо разделить на 4 части. Я так думаю, да, на 4 части. Вот оно мягкое, я его больше не вымешивать, ничего не буду. Просто легче мне будет раскатывать. Оно такое у меня не густое. Буду работать вот с таким сегодня тестом. Это я уберу. Вот так, на 4 части. Это я уберу в стороночку.
накрою пленочкой. Как оно еще у меня подходит красиво. Так, накрываю. Думаю, что бутылочку убираю пока. Так. Так, берем тесто. Тесто у меня, друзья мои, жиденькое в этот раз получилось. Муки добавлять не буду. Оно слегка липнет к рукам, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть масла. Совсем немножко. И вот так вот мы его разделываем. Мне даже не нужна скалка. Я уже сделала одну тарелочку, сделала, убрала в холодильник минут на 20. И у меня включена духовка. И сейчас я покажу, как я делала. Лук. Лука у меня 1,5 головки было. Вот что осталось. Сейчас вместе с луком я это все выровняю. Все тарелочки, которые я сделала, я вам покажу. Так, все, друзья мои, вот делаем. Вот так вот вместе с лучком я разминаю. Можно... Не знаю, можно вообще все уже добавить здесь. Объясняю уже на последней лепешке. Так. Там, друзья мои, я ставлю с музыкой, увидите. Просто быстренько покажу, как я их все делала. А здесь вот, вот, пожалуйста. Я вот так вот. Теперь. Так, вот весь лучок. Так, вот лучок. Вот сыр. Тоже уже последний. Все. Угу. Скручиваем. Такой самый маленький у меня кусочек остался. Те были побольше немножечко. Ну, где-то если рвется, ничего страшного. Конечно, это нежелательно, но и не критично. Так, вот мы сейчас залепим все. Вот так залепим. Вот так вот. Это будут мои первые лепешки. Первые. Таких я лепешечек не делала. Большую делала наподобие. А вот таких вот маленьких нет. Не делала. Вот как хрустит. Так, это, наверное, вот так вот сделаю. Тут у меня уже есть. Убираем. Прижимаем немножечко. Ну что, сейчас будем уже одну партию выпекать. Так. Одну партию будем выпекать. Ну а это в холодильник. Во. Так, друзья, все, я уже выкладываю лепешечки на пергамент. Вот так вот выкладываю. Вот так их приминаю. В холодильнике они лежат для того, чтобы не... Там сливочное масло, где вот промазала, чтобы оно не потекло. Ну, я еще делала и без сливочного масла, вы видели. Вот так вот сделала. Еще. Не знаю, сколько у меня в этот противень влезет.
Вот, наверное, можно еще сюда сделать. Сейчас вот так я их сделаю. Я все делаю руками без скалки. Сейчас они немножечко подойдут под пленочкой. Так, не знаю, вот так вот лучше, наверное, мне сделать. Угу. Так вот. И еще сюда. Потому что у меня там еще много. Вот так вот. Можно яйцо с молоком, можно яйцо с водичкой смазать. Можете вообще не смазывать. После выпечки сверху там маслом сливочным. Но я смажу. Сейчас пока накрою пленочкой, сделаю намазку, сильно не буду, вот так вот прикрою, все равно они немножко должны у нас подойти, вот не стягивая, пусть постоят, ну минут 10, наверное, потому что тепло. Друзья, посмотрите, пока я пеку лепешки, что у нас делается. О, посмотрите-ка, снежок. Эх, снег, снежок, белая метелица, напилась и еще что-то наделала, аж самой не верится. А у меня уже Колюшка пришел. Колюшка там подпевает. Так, друзья мои, я смазываю лепешечки, забыла подключиться, у меня Коля пришел. Я забыла переключиться. Ну и погода, ну и погода. Ай-яй-яй. Так, и сейчас все это я отправляю в духовку. Это что-то, это Коля попробовал, говорит, вкуснятина, просто обалденно. Этот лучок, сыр, это сказка, серьезно. Так, друзья мои, вот еще одна партия, вот еще. Вот, Коля у меня уже там угощается. Так, сейчас мы детям понесем. Тут уже подостыли, сейчас убираю, чтобы красиво вам все показать. Эти выну. Так, и мы сейчас пойдем прогуляемся. Понесем лепешки. Так, вот, друзья, посмотрите. Это очень вкусно.